Многие водители, проезжая через виадук в Ихве, сталкивались с опасными ситуациями, когда идущие со стороны концертного дома по улице Парги большегрузные автомобили перестраиваются в правый ряд для дальнейшего поворота на Тартусское шоссе. В результате чего там нередки аварии, последнее по времени произошедшее буквально на этой неделе. Сам по себе виадук, конечно, замечательный и сдан в эксплуатацию совсем недавно, в конце 2013 года. Но беда заключается в том, что он является частью транзитного направления из Нарвы в Тарту, да и ремонт виадука финансировался из фонда развития дорог транзитного назначения, что накладывает на Ихевскую волость дополнительные обязательства по обеспечению движения большегрузного транспорта. Поэтому главное, что я бы хотел здесь отметить, это то, что водителям нужно быть очень внимательным при движении здесь, особенно в часы пик, водителям легковых автомобилей, следить за большегрузными автомобилями, которые двигаются со стороны улицы Парги. А также мы очень рассчитываем на то, что большое влияние окажет строительство улицы Пуруте, которая соединит напрямую Ахтминскую часть и виадукт через Ихвинский микрорайон, и основная часть легкового транспорта в сторону Ахтми будет направлена тогда другой дорогой, по которой большегрузный транспорт не едет. Вполне вероятно, что строительство Пуруте действительно поможет несколько разгрузить столь небезопасное направление движения. Однако уже сейчас можно было бы хотя бы поставить специальные дорожные знаки, которые предупреждали бы водителей об аварийно-опасном участке дороги. Вадим Ивлеев пообещал принять эту мысль к сведению и рассмотреть ее на ближайшем заседании комиссии по безопасности.